Доброго времени суток, с вами Светлана Валиша. Сегодня я вас познакомлю с заговором на богатство. Заговор вы можете читать в любое удобное для вас время, особого распоряжения на этот счет не существовало. Заговор рабочий, подходит большинству людей. Я читаю, как всегда, медленно, вы либо повторяете за мной, либо по слайду. Сосредоточимся на заговоре. Не попусти на меня, не попусти на меня, Владыка, Господи, искушение или скорби, или болезнь свыше силы моей. Но избавь от них, или даруй мне крепость перенести их с благодарностью. Первым ростком, Божьим часком, Богородичной минуткой, Архангельским гласом, Возмолюсь, воспрошу. Выйду я, раба Божия, в чистое поле, Алёша, на дороге, На перекрестье стоит лесенка золота. По той лесенке ангелы спускаются, к людям приступаются, людей охраняют, добро дают. Ангелы, архангелы, приступитесь, оборонитесь, оградите меня от скорби, от тревог, от беды, от нищеты, пошлите мне здоровье, богатство, дому моему добро да приятство. Аминь. Аминь. И все? И что, я стану теперь богатым? Сейчас я вам дам очень страшный денежный заговор. Он до такой степени страшный, что пользоваться им нужно иметь большую силу воли и ничего не бояться, потому что это реально заговор. Он хотя и по белой магии сделан, да, и относится к магии Вики даже, то есть это бытовая такая магия, на самом деле он действует очень сильно, очень сильно. Это денежный заговор, который... Нахуй она телефон свой спалила, бля? Можно делать абсолютно всем, он безопасен, но будут происходить некоторые чудеса, потрясения, которые вас будут потом до глубины души продирать какие-то ситуации, которых вы раньше не замечали в своей жизни. Поэтому будьте готовы, если вы хотите больших денег, реально открыть денежный канал, какой бан, блядь? То будьте готовы. Это же рабочий телефон. Денежная энергия, она беспощадна на самом деле. Ну давай уже. Загадываем. Загадывайте какие-то там, ну там суммы, там доступные для вас, там, в 2 раза выше нынешних доходов, 3 раза. Но бля, почему? Ну вот ее Кира зовут. А обычно вот кто магией занимается, блядь, они почему-то Светланы нахуй. Вот Светлана, блядь. Еще видос кинули. Здравствуйте, меня зовут Светлана Раевская, и сейчас я хочу вам рассказать, как красная нить может привлечь к вам деньги и богатство. Блядь, какая хуйня, господи боже. Для этого обряда нам понадобится красная шерстяная нить. И все. Че? Мы отмеряем. Длину красной нити следующим образом. Так мне нить нужна красная, что ли? Комменты чекни. Лежа на диване с красной нитью, деньги сами не появятся, пишет. Можно ли сделать заговоры на мужа, чтобы пошел на работу? Устала я от разгильдяя. Ой, бля. А если я кроме пенсии, которая приходит раз в месяц, и через пару дней уже нет, так как она мизерная, то кроме одного узла и не завяжешь, а... Искать деньги в дальних углах, их там просто нет. И дополнительно не прибудут. Хоть вяжи узлы, хоть развяжи. Как тогда быть? Пиздец, вот видите, это на самом деле, ну, как бы показывает обстановку вообще, ситуацию в стране. Люди настолько уже, как бы, ну, наверное, отчаялись, да. Как бы по-другому ты и не скажешь, да? Что, блядь, сидят и пытаются веревки там какие-то преисполнились, да-да-да. Веревки, блядь, там вешить и тянуть. Чтобы хоть немного денег заработать. Хотя, опять же, идите работать, блядь, и все. Здравствуйте, Светлана, а можно в середине месяца начинать? Или обязательно надо с первого числа?
указательного пальца до локтя. Для того, чтобы точно измерить, мы это делаем на поверхности стола. Бля, вы посмотрите, мне теперь YouTube рекомендует целую кучу. Целую кучу, блять, этих видосов. На что я подписался, а? Ёб твою мать. Мы берем фотографию, устанавливаем на белый лист бумаги. Пиздец. И обмазываем фото медом. Нахуя? Во время того, как вы блять, обмазываете об этом можно целый видос записать. Нужно читать заклинание. Ебать, она все фото обмазала нахуй. На благо заговор читает. Ты что делаешь, блядь? Зовешь и влечешь всех и каждого. Знаешь все секреты богатого. Помоги обрести благо знатного. Как роятся пчелы над медом, так и деньги текут ко мне с каждым днем и годом. С избытком, с излишком, на богатство. Купюры нам понадобятся любого достоинства. Цифры в ряду должны заканчиваться на восьмерку. Восьмерка – это знак бесконечности и процветания. Поэтому последняя цифра… Бля, ну она сейчас скажет, надо же фотку жрать с медом теперь. Маслом намазал, медом хуйнул, короче. 8. Берем эту купюру да? И запечатываем фотографию. Блядь. Купюрой. После этого мы заворачиваем… Пиздец, просто взял, замазюкал косарь в меде, блядь. У тебя так денег нет, ты еще косарь целый, короче, в мед. А что потом с ним делать? Кто его потом возьмет весь измазанный медом? Поворачиваем лист бумаги, на котором у нас находится фотография. Вот таким образом. Теперь мы берем нить и два оборота делаем с одной стороны. Ебать. Закрепляем пальцы. Это как письмо в Гарри Поттере, нахуй, так же выглядит. Два оборота с другой стороны. На все четыре стороны мы замыкаем приток богатства на себя, обрезаем концы нити и завязываем 8 узлов. Второе место в свитере. Берем слитые свечи и запечатываем наш 8-кратный узел. Свечи тушить руками. Заговоренное фото мы должны положить в юго-восточный угол. Это какой, зона денег, блядь? И прироста богатства. Находясь там... Зона денег? Юго чего? Узел. Свечи тушить руками. Заговоренное фото мы должны положить в юго-восточный угол. Это где? Что такое юго-восточный, блядь, угол? Как понять вообще? А если у меня такого угла нет, все, что ли? А я где сейчас сижу? Блядь, надо поставить этот стол стримерский в юго-восточный угол и стримить там. Манурин, наверное, так и делает. То-то я и думаю, блядь, ему... По несколько биткоинов за стрим закидывают. Он в юго-восточном угле сидит. Углу, блядь. В угле, да. Понимаете, да? А все уже. Блядь, пиздец. А я думаю, что мне донатить-то перестали? А оказывается, я, видимо, не в тот угол нахуй поставил свой этот компьютер. Вот оно что. А там, когда Pornhub донатил 2 миллиона, видимо, тот самый угол был. Денежный обряд в третий лунный день. Сегодня мы поговорим с вами об очень сильной технике, которая... Как привлечь деньги за 24 часа? При этом сами что-то я вот... Я смотрю на них, и я понимаю, что у них-то денег тоже нет. То есть они деньги зарабатывают, скорее всего... А, ну... Понятно, ну да. Вот на этой хуйне продают руководство. Угадайте, правильно, за деньги. Вроде как, да? Но ты вы же, сука, деньги зарабатываете, да, там, магией. Зачем вы просите деньги у других людей? Зачем вы продаете это? Так раздавайте это людям бесплатно. Вы же с помощью магии за 24 часа бабло поднимаете. А теперь что? Ну, сука, а? 500. Поможет привлечь вам то, что вы хотите самым неожиданным способом. В данном конкретном случае... Ебать! 35 тысяч лайков, 700 дизлайков, 500 000 просмотров. Говорим с вами о том... Как привлечь деньги. Деньги — это то, с чем Чек люди Twitter. Чаще всего испытывают сложности. Но она по-любому в списке Forbes, эта женщина. Она же богатая. Кроме того, эти деньги поступят к вам совершенно из ниоткуда. И самое главное, что это произойдет в течение 24 часов. Эта методика принадлежит Эрику Хо, моему англоязычному коллеге. Эрик Хо. Когда я ее попробовала, деньги, которые я просила, пришли ко мне за 8 часов. Я, конечно, не особо удивилась, ведь знаю, что сила мысли работает невероятно круто.
Но после этого я предложила эту методику своей подруге, которой как раз нужны были деньги на отпуск. Они с мужем даже решили уже вовсе отменить этот отдых и поехать на дачу. Но я предложила ей сперва попробовать способ Эрика, который задействует закон притяжения. Ведь вам же тоже нужно решить какие-то свои финансовые проблемы. Ну говори, а! Денег. Сейчас вместе со мной сделайте глубокий вдох, выдох. Сейчас вам нужно будет повторить за мной следующие слова. Вам нужно посмотреть наверх и сказать: «Вселенная, я совершенно не знаю, что произойдет Вселенная, в течение следующих 24 часов. Я совершенно не знаю, что произойдет в течение следующих 24 часов. Твоя магия сработает. Я совершенно не имею никакой причастности к тому, что произойдет. Все, что придет. Твоя магия сработает так, как это нужно. Ну я, надо... да ты подожди, блядь, ебаный сука свет. Но я готова принять все. Готова принять что придет все, в мою жизнь в мою за это жизнь. Время, кроме грязи какой-нибудь и болезни. С радостью. И вам надо все это прочувствовать и затем сделать глубокий вдох. Зубы спалил. Так я и деньги-то хочу получить, чтобы зубы сделать себе. Выдох. Итак, еще раз подведем итог, что первое вам место. Нужно сделать в первую очередь. Заебало. Вам нужно отстраниться от этой проблемы. Вам не нужно какой постоянно проблем? Думать о том, что вам нужны деньги. Не нужно постоянно задавать себе вопрос. А как? Когда это произойдет, как это произойдет. И теперь перейдем ко второму моменту. Не надо зацикливаться на этой идее. Не надо каждую секунду спрашивать. Да, блядь, люди, которые, сука, смотрят этот видос, они, скорее всего, не могут не зацикливаться на этой идее, потому что они, блядь, уже с ума нахуй сошли, раз они смотрят такие видосы, блядь, чтобы деньги где-то вообще получить и заработать. Ну, чё за бред? То есть, ладно, похуй. Как сделать в доме достаток? Прекрасно. Вот, мы все уже помним, для того, чтобы работать, нам необходимо блюдо, либо такой подносик, на котором безопасно мы можем проводить ритуал. Всем добрый день. Сегодня хочу перезаписать видео, которое называется «Ваш личный денежный код». Я когда-то давно это делала, люди пишут, ну, хочу его немножко расширить. Приведу пример. На своем. Но. Здесь тоже 18, допустим, мы разложим на 1 плюс 8. Чего, блядь? Вот получается мой, для меня денежный код 7, 1, 9. А, я еще не все сказала. Потом... Хисуям, блядь. Надо соединить. Чит-код, что ли, на жизнь? 7, ну, типа... 1. 9. In real life, короче. Вот получается... Артмани, блядь, или как она называлась, эта программа? Это мой личный денежный код. Бля, который мой какой. Это... Посчитайте, надо а? Пользоваться постоянно. Я так понимаю, что-то дата рождения. 2 плюс 5. 0,1. Ну, у меня, смотри, 30-е, 0,3, значит... Блядь, я сейчас посчитаю, нахуй. Я сейчас посчитаю, блядь, свой код, ёбаный. Так, значит, 30-е, 0,3. Значит, мы берем что? 3 плюс 0 равняется 3. Логично. 0,3. 0 плюс 3, 3. Вот. 3,3 получается, да? Потом надо год. Надо что? Ебать, она старая. Значит, надо что? Значит, надо 1 плюс 9 плюс 9 плюс 2. Равняется 21. Три. Два плюс один тоже три. Ебать, у меня все тройки нахуй получаются. Так, подожди, а восьмерка у нее откуда появилась? А восьмерка-то у нее откуда? Хм. А, надо тройки сложить. 3 плюс 3 плюс 3. Окей, 9. И получается мой код 3339. Ебать, болотной. Это как, знаете, там крутые номера на машине, блядь. 3339. Бля, сука. Ну такой код, наверное, имеет, бля, нехуйное притяжение денег-то. Где применять эти цифры? Только вот что-то... Счастливые цифры, ну, для каждого свои. А, надо вот еще? А, вот, точно. Рассчитать свой денежный код.
Можно эти цифры написать просто на бумажке. Можно написать на купюре, на любой. Я сделала для себя вот такую... А вот можно татуху сделать? Один. Ебать, доллар! И вот таким способом я ее свернула. Вот сначала... Вот видите? Нах, ты доллар смяла, блядь. Делается такая полосочка. Потом вот этот уголок, где написано единичка. И вот этот уголок. Надо свернуть. Ой, блядь, ладно, все это сумасшествие. Давайте уже прекратим это смотреть. Надо свернуть, блядь, надо вот это сделать. Надо просто пойти и заработать деньги, блядь, а не сворачивать нахуй доллары, за коды какие-то писать и прочее. Я хочу пиццу. Я хочу сожрать пиццу. Очень вкусно, очень-очень сочно. Дайте две, дайте три, дайте все. Я сожру здесь пиццу.